добрый день! Вы на канале «Горячие новости шоу-бизнеса». Приветствуем вас, дорогие друзья! Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить самую свежую новость. Пишите свои комментарии. И не забудьте поставить лайк под этим видео. Ну а мы продолжаем. На днях мы делали видео о состоянии Игоря Николаева в больнице, который якобы мог заразиться коронавирусом от Льва Лещенко. Ему также сделали тест на коронавирус. Сегодня стало известно. У певца и композитора Игоря Николаева, которого на прошлой неделе доставили в больницу в коммунарке, не обнаружили коронавирус. Долгожданный результат на коронавирус отрицательно. Написал Николаев в Инстаграм, нарисовав смайлик на справке из больницы номер 40 в коммунарке. Музыкант поблагодарил друзей и коллег за поддержку, а сотрудников клиники за профессионализм и неравнодушие. Слова благодарности он выразил и в адрес своей семьи. «Спасибо всем, кто верил в положительный исход и был тактичным и доброжелательным», — написал артист. Ранее СМИ писали, что у народного артиста России диагностировали пневмонию. Ходили слухи, что Николаев мог подхватить коронавирус от певца Льва Лещенко, который тоже находится в больнице в коммунарке. На днях Юлия Проскурякова, супруга Николаева, попросила коллег и журналистов не названивать музыканту. «Дайте возможность отдохнуть, сосредоточиться и все узнать», — написала она в Инстаграм. История с Львом Лещенко вызвала настоящий переполох в российском шоу-бизнесе. Незадолго до госпитализации артист посетил юбилей сестры продюсера Игоря Крутого, на который собралось множество гостей, в том числе звезд. На мероприятие Лещенко пришел после возвращения из США. Но обязательный двухнедельный карантин певец отбывать не стал. Но после сдачи тестов, ситуация может совсем опровергнуть слухи, что от Льва Лещенко могли многие заразиться, если тест покажет отрицательный результат. Как писали СМИ, Лещенко с женой находятся сейчас в больнице с подозрением на коронавирус. У жены певца коронавирус не подтвердился. Сам Лев Лещенко сдал повторный тест на коронавирус. Первый анализ показал сомнительный результат, сообщил директор культурного фонда артиста Андрей Гайдель. По состоянию на 31 марта 2020 года тест Ирины Лещенко на коронавирус отрицательный. Тест Льва Лещенко сомнительный, взяли повторный, написал Гайдель в Инстаграм. Напомним, Лещенко попал в больницу с пневмонией и подозрением на коронавирус. Его супруга также была госпитализирована. У нее тест на коронавирус дал отрицательный результат. На днях артиста перевели из реанимации в обычную палату. Однако о выписке пока речи не идет. Многие из наших отечественных звезд ушли на самоизоляцию после юбилея сестры продюсера Игоря Крутого, на который собралось множество гостей и звезд. Если повторный тест у Лещенко даст отрицательный результат, то многим нашим звездам станет дышать намного легче. А что вы думаете по этому поводу? Пишите в своих комментариях. И до новых встреч, дорогие друзья! Подписывайтесь на наш канал и обязательно нажми на колокольчик, чтобы не пропустить самую горячую и интересную новость. Пишите свои комментарии. Нам будет очень интересно узнать ваше мнение. А также оцените это видео лайком.